Всем добрый вечер. Мы начинаем очередную игру четвертого тура седьмого сезона Домовины. Сегодня у нас играет тройка в составе Азата, Константина и Анвара. Перед вами темы. Позже, там где нужно будет пояснение, буду уточнять. Первый раунд обыкновенный. Играем темы. Мертвые чешские зайцы косят траву. Давайте Азат первым выберет. Из строк этой группы мы узнаем, что только мертвый негр не идет в двор. Запрещенные барабанщики. Да. «Моя честь называется верность». Девиз этого соединения, появившегося Азат. Мертвая голова. Да. В 60-х годах прошлого века Иосиф Бродский перевел на русский язык эту абсурдистскую трагикомедию о событиях трагедии «Гамлет». Анвар. «Розенкранц и Гильденстерн мертвые». Да. Именно ему Пушкин посвятил эпитафию, всю жизнь свою провел в дороге, простыл и умер в Таганроге. Кося. Александр Первый. Да. Все в плюсе, замечательно. Этот писатель сделал ряд адаптаций гоголевской поэмы «Мертвые души». Например, в фельетоне «Похождение Чичикова» главные герои вдруг оказывались в 1920-х годах. Два. Может, Хармс? Нет. Это был Булгаков. Этот человек, родившийся через 4 года после пражской весны, в 2018-м вновь вернулся помогать родному Кладно. Константин. Ягр. Ягр. Бутылки этого сельского пива украшает корона и надпись. Анвар. Велка Поповицкий козел. А, нет. Надпись 1581 год. Это Крушовица. На одной из гравюр он проверяет целостность. Анвар. Муха. Нет. Целостность предохранительных колпачков, контрацептивов того времени. Жизнь его прервалась в богемском замке духцев, а началась в Венеции. Константин. Казанова. Казанова. Считается, что описанные им события являются аллюзией на Гитлера, а его брат-художник вместо «Лаборжий» предложил популярное ныне слово. Анвар. Карл Чапик. Да. Из-за компании ArcelorMittal, работающей в этом городе, остро встает вопрос загрязнения окружающей среды. Константин. Острова. Да. Нашел подсказку, Константин Первый. Легенда гласит, что он не вышел на Сенатскую площадь. Анвар. Пушкин. Да. Этот южноамериканский золотистый Азат. Агути. Агути.
Он стал дебютным фильмом Леонида Быкова как режиссера. Константин. За двумя зайцами. Нет, это не Быкова. Быков зайчика снял и исполнил там главную роль. Колосковые чешуи декоративного растения лагурус густо покрыты длинными мягкими волосками, из-за чего растение получило это второе название. Анвар. Кроличьи уши. Нет. Это зайца хвост или заячий хвост. В 1502 году этот художник написал натурную картину «Молодой заяц», которая стала одной из первых, собственноручно подписанных автором. Анвар. Дюрер. Это Дюрер. Многие поклонники удивляются, почему он косит под чеченца. Ведь ни капли чеченской крови у него нет. Азат. Ну, господи. Какая? О, я забыл, как его зовут. Нет ответа. По отцу он татарин, по матери Константин. Может, Радулов? Нет. По матери еврей, что, впрочем, не мешает рэперу. Анвар. Тимати. Это Тимати. Именно таким образом бывший президент Украины Янукович и мэр Харькова Кернес закосили от призыва в армию. В отличие от электрокосы и мотокосы, в этом инструменте в качестве режущего инструмента используется специальная леска. В песне «Косил ясь конюшину» главный герой отказывался от сватовства к этой девушке. Под предлогом Боналау не усажу. Станислава была. Этот вид муравьев вовсе не охотники. Они собиратели семян и того, что не доели хищники. Поэтому хороших боевых навыков они не имеют. Однако постоять за себя все-таки могут. В нашу тему подходят муравьи-жнецы. Официальным гимном российской космонавтики на сегодня, Анвар. Трава у дома. Угу. По одной из версий название Мексики получено от Мектли, богини этого растения. Вар. Кактус. Нет. Из сока которого делают любимый многими напиток. Текилу делают из сока агавы. Из агавы, да. Понятно. Этот травяной напиток фараонов является национальным египетским напитком. Каркаде. Авиценна утверждал, что отвар из этой травы является хорошим средством против икоты, а в 2015-м появилась партия, совпадающая по названию с растением.
Это украинская партия, УКРОП. Последний вопрос первого раунда. Под руководством этого уроженца Травника сборная Хорватии стала бронзовым призером чемпионата мира 98-го. Там был Блажевич. Первый раунд отыгран. Лидирует Константин. Так, тут я буду давать сейчас пояснение к двум темам. Ой, мне кажется, вылетело. А, да, я нажму на паузу. Ждите. Так, появился. Так, ГБРК это будет матрица инициальная, как уже была в первом туре. Здесь будет два слова на любую из этих четырех букв начинаться, каждая из которых. И раз, два, три будут даны три реалии, короткие слова, которые в одно длинное складываются. Например, помидор надо будет назвать помидор. Вот так, образно. Сейчас поймете все. Анвар начинает. Инженер и миллиардер, стремящийся на красную планету. Сотка в земледелии. Конечный пункт назначения грешников. Анвар. Маскарад. Маскарад. Все понятно. Надеюсь. Танцевальное мероприятие со строгим этикетом. Почтовое сокращение самого большого штата США. Магма на поверхности. Азат. Балаклава. Да. Славянское воплощение смерти, похищенный снежной королевой, японский боевой посох. Это Маракайбо. Вертолеты Николая Ильича. Богатый берег без берега. Осадная башня. Карикатура? Карикатура. Сутки на Марсе. Краткое выражение согласия. Часть изображения, образующая задний фон. Задний план, простите. Азат. Ну, пусть будет солдафон. Солдафон, да, я оговорился. Благодаря ему на русском языке зазвучали, например, Уильям Блейк, Роберт Бернс, Джон Китс и Ридьярд Киплинг. Но мы все помним с детства «Кошкин дом» и «Константин». Самуил Маршак. Да. Первое в истории авиации тюремное «Оно» организовано в декабре 29 года и первоначально располагалось в Бутырской тюрьме. Позднее подобные «Они» стали называться «Шарашками». Анвар. Конструкторское бюро. Верно. В ответе есть слово с дефисом. Вместе с музейным комплексом ее открывал Леонид Брежнев, проектировал Василий Бородай. Каркас выплавили в Запорожье, а собирали в украинской столице 100-метровым краном. У нее немало сестер, одна из наиболее известных в Волгограде. Азат? Ну, что-нибудь вроде «Киевская родина-мать». Совершенно верно. Сравнительно подробный их перечень приводил Юлий Цезарь в своих записках.
числе самых известных их обычно упоминаются Таранис, Кирнун, Езус, Тифтат, Лук, Беленус, Огмиос, Бригантия, Азат. Это что-то вроде кельтские боги. Совершенно верно. Он служил в качестве символа базовой операции в математике. Является символом четырех первоэлементов – воздуха, земли, огня и воды. Также присутствует на флагах и гербах нескольких стран, например, Мальты и Швейцарии. Анвар. Готический крест, не знаю. Не готический крест. Константин. Равноконечный крест. Да, это греческий или равносторонний тоже он называется. Равноконечный подходит. Она появилась в Англии и практиковалась в боксе без перчаток и рестлинге. Позже стала крайне популярна в компьютерных играх. DayZ, PUBG, Fortnite. Выживет только один. Авар. Королевская битва. Королевская битва. Прежде чем добраться до вершины власти, он проиграл 18 различных избирательных кампаний. Константин. Авраам Линкольн. Да. Ной Акерман – один из главных героев романа «Молодые львы» этого американского писателя. Не спутайте с его ирландским коллегой. Эйвин Шоу. В этом американском фильме рекордсмене по числу номинаций на Оскар наряду с Анвар. Бен-Гур. Нет. Наряду с Титаником и Ла-Ла Лэндом одну из первых своих ролей в кино сыграла Мэрилин Монро. Надо было слушать, конечно. Да, ну Бен-Гур, конечно, самая популярная версия, все на этом месте бьются. Его песня «Wicked Game» стала одной из самых... Я отбился, вроде бы. Анвар? Это Крис Айзек. Да. Образ Марка Аврелия был воспроизведен Ричардом Харрисом в этом фильме 2000 года, Анвар. Это «Гладиатор». Гладиатор. Святой Марк считается покровителем, Анвар. Венеция. Это Венеция. Марк 2, ставший основой для Чезар и Креста, выпускался этой автомобильной компанией. Анвар. Крайслер? Нет. Марк 2 выпускала Тойота. Этот воспитанник США и сын чемпиона мира блистает. Это Маркус или Марк Тюрам? Совершенно верно. Любопытно, что Папа Римский, Бенедикт XVI, не в восторге от Бенедиктинера, а любит пиво этой марки, производимое на пивоварне Шпатен. Марка, совпадающая с другим орденом, францисканер. Самым известным им принято считать Мэри Малон, получившую прозвище Анвар. Ну, это Patient Zero, нулевой пациент. Да. Согласно анекдоту, на вопрос пациента, правда ли, что женщины живут дольше мужчин,
Врач отвечает, что наверняка за всех не скажет, но они это точно. Два. Чаще. Нет. Хороший вариант. Константин. Вдовы. Вот вдовы. Правильный. Высоцкий, будучи одно время пациентом Московской психиатрической клиники, в одной из песен указал, это ее народная, Константин. Канадчикова дача. Да. Двадцать 29 апреля 1961 года врач 6-й советской антарктической Рогозин, Анвар. Ну, он себе аппендицит вырезал, аппендикс. Да, сам себе, сам стал пациентом. Статья в журнале JAMA Network Open, опубликованная в 2018-м, статистически подтверждает это высказывание знаменитого киноврача. Анвар? Все лгут. Да, доктор Хаус. Отыгран у нас второй раунд. Константин опять-таки с небольшим отрывом пролидирует. 200, Азат 1900, Анвар 1600. Ну, мне кажется, 1003 минусов уже, наверное, минимум за этим. Да, сейчас посмотрим в конце игры. Сергей может сказать. Так, лик это обыкновенная матрица, ТСП, инициальная трехбуквенная. Анвар, начинай. Удав, укусивший порнозвезду Орит Фокс во время фотосъемки, погиб от отравления этим. Силикон. Силикон. Порношик или он порно начался с фильма «Азат». «Золотой век». Да. Отсылку к роману Тереза Философ, написанному в жанре монастырской порнографии, можно найти у известного мужа стенографистки в этом азартном произведении. Игрок. На церемонии Pornhub Awards 2018 состоялась презентация песни «I Love It» Lil Pump и этого рэпера, в 2014-м женившегося на Ким Кардашьян. Анвар? Kanye West. И у нас абсолютное равенство у игроков по 200. В ответе одно слово. Популярные во время Великой депрессии порнокомиксы размером с ладонь назывались тихуанскими ими, быть может потому, что тоже были в каждом доме, хотя 8 страниц не очень-то тянут на книгу. Анвар? Телефонными справочниками. Нет. Ну что, можно нажать? Можно. Ну пусть Библии. Вот, Библия – это правильный ответ. Тихуанскими Библиями их называли. Название этого заведения происходит от греческого слова «врачевание». Азат. Поликлиника. Да. Душистый, огородный, камфорный – это все он, семейство Ясноткових. Анвар. Не, что-то ничего придумать не могу. Нет ответа. Назад. Ну, я придумал слово базилик. Вот базилик подходит. В 2007-м она стала 8-й работой режиссера, рассказывающей об уничтожении банд уголовников. Кося. Ликвидация. Ликвидация. Его название связывают с нидерландским словом «чаша», хотя сейчас часто ассоциируют с меньшим объемом.
Это шкалик. Под именем Камиля Таабата он стал большим другом Амина Аль-Хафеза, а его история показана в сериале «Шпион». Али Коэн, израильский шпион. После пожара в Вавельском замке в Кракове Варшава фактически стала ею в 1596-м. Азат. Третья столица Польши? Да. На таком расстоянии от Москвы расположены, например, Анвар? 101 километр. Да. Из них делают булгур и кускус, а также это единственный продукт Евросоюза, вывоз которого облагается пошлинами. Твердые сорта пшеницы. При выборе названия аэропорта в Донецке оно, насчитывающее 8 опер, 8 балетов и 7 симфоний, сыграло, Азат? Творчество Сергея Прокофьева. Да. В повести Стивена Кинга «Н» это число называется ужасным, ужаснее даже, чем, Анвар? 13. Нет. Даже, чем число 13. Герой фильма 2007 года явно согласен. Константин? Ой, зачем я нажал? Семнадцать. 17. Тоже неверно. Ну то сейчас нажму. А я могу нажать? Можно, конечно. Ну, 7 когда сняли. Тоже нет. Нет, это роковое число 23, конечно. Это 23 с Джимом Керри, да. Я просто опять не дослушал, неважно. Появившаяся в советской печати статья, где педагоги критиковали американский вестерн 60-го года, ставший лидером кинопроката СССР, называлась именно так, дважды подходя под нашу тему. Педагоги поставили двойку за великолепную семерку. В настоящее время Кирилл Иванов, Станислав Астахов, Дмитрий Кондрев, Олег Занин и Евгения Борзых – это именно оно. Два. Может, это СБПЧ? Да, это самое большое простое число. Этот оппозиционный белорусский сайт неоднократно подвергался блокировкам со стороны правительства республики. Назван был так же, как и одноименная декларация, подписанная более двух десятилетий назад. Тахарья 97. Участники всем известной экспедиции совершили почти кругосветное путешествие вокруг Земли по Южной Америке через Патагонию, по Австралии и Новой Зеландии, строго придерживаясь ее. Анвар. 37-я параллель. Да. Она имеет вид треугольника, и согласно египетской мифологии, именно на ней Исида искала разорванное тело Осириса. Египет. Что это? Последняя тема. Придумал, нажал даже. Вар. Да. Айхмофобия, еще называемая оксифобией, это боязнь именно этого. Костя? Вопросов? Вопросов нет.
напоминаю, у нас острая тема. Острых предметов или порезаться. И когда голкипер Валенсии из сборной Испании пропустил чемпионат мира 2002-го, Анвар. Сантьяго Канисарс. Да. Императрица Австро-Венгрии Елизавета Баварская, зарезанная итальянским монархистом в 1898-м, известна также под этим уменьшительно-ласкательным прозвищем. Известно, как... Господи, черт. Свою единственную выставку «Объединение нож» провело в 1922 в Центральном доме работников просвещения. Расшифровывается аббревиатура именно так. Костя. Вспомните, новое общество живописцев. Совершенно верно. По словам режиссера Ридли Скотта, на отображение облика города в фильме «Бегущий по лезвию» оказало влияние впечатление от картины «Полуночники». Этого, Анвар? Хоппер. Это Хоппер. В такой острой борьбе у нас завершается игра. Поздравляем Азата 3100. У Анвара на 300 меньше, у Кости еще на 300 меньше. Встретимся со всеми еще в пятом туре. Всем спасибо, всем до свидания. Спасибо.